그 애가 정 선생한테 폭력을 행사를 했다면서요? Так совпадает. А мне почему-то кажется, что не случайность, что вы специально игнорируете мой предмет. С манией величия, Полина Сергеевна. Макаров, по-моему, вы забываетесь. Чё сидел? Вранье. А что? С какой стати мне вас уважать? Потому что вы мой учитель. Я вас не знаю. Откуда мне знать, что вы не врете? Откуда мне знать, что вы хороший человек? Я не собираюсь вас уважать только потому, что вас называют учитель. Что вы сказали? 짜증나게 진짜 선생도 아니면서 나대긴 연락이 나대 진짜. Ульяна Сергеевна, а сколько вам лет? На вид третий класс. Неделя, больше не продержится. Привет. Пойди. Вы не понимаете, что здесь делаете, да? Вы уже работали, учитель? Они проявляют такие чувства. Макаров! Разрешите выйти. А что случилось? Голова болит. Может быть, вы потерпите до перерыва? Не могу терпеть. Мне противно. Что противно? Я знаю, чем ты недоволен. Все мы чем-то недовольны. Так что берись за ум. Я не дам тебе сдаться. Итак, успокойся, соберись с мыслями и входи. Оценка должна быть другой. Сенсей. 아침에 학생부실에서요. 고마웠다고? 나도 고마웠다. Зачем ходить в школу и получать хорошие отметки, если я бездомный? Автобус останавливается перед школой. Ощущение такое, что сейчас тошнит. Я в прошлогодней одежде. Те же старые башмаки. Мне кажется, что надо мной все смеются. Но вместо этого меня встречают друзья, с которыми я учился в прошлом году. И вдруг до меня доходит. Миссис Груэлл, мой чокнутый учитель английского, единственный человек, который заставил меня думать о надежде. Мы говорим, как в прошлом году учили английский, как ездили на экскурсии, и мне становится легче. Я получаю расписание и вижу, мой первый учитель, миссис Груэлл, класс 203. Я вхожу в класс, и мне кажется, что все проблемы остались позади. Я дома. Да.